Чтобы не испортить праздничное настроение, отдыхающим сочинцам глава города поручил всем службам, отвечающим за безопасность, перейти на усиленный режим работы. В ближайшее время также активизируется деятельность рейдовых групп по проверке работ точек продажи пиротехники. Реализация такой продукции с рук и уличных лотков на курорте запрещена. Нарушителей ждут штрафы и конфискация товара. Я вам поручение даю. Спасибо. Значит, в течение 10 дней вместе с руководителями предприятий, значит, создать эти дружины, вот, создать график, ну, да, обеспечить работу их. В вашем управлении должен человек, который за это будет отвечать. Вы должны обеспечить взаимодействие этих дружин вместе с правоохранительными органами. И я требую, чтобы с 20 декабря у нас по всем улицам, центральным и не только, находились дружины, которые ходили с повязками, которых было видно. А 25 декабря в Сочи пройдет расширенное заседание антитеррористической комиссии города, на которое подведут первые итоги работы всех служб, обеспечивающих безопасность курорта.